Здравствуйте. Вокальный проект «Вива», город Москва. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятья. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя. Я не забуду тебя. Я не забуду тебя. Никогда. Стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. Я не забуду тебя. Должен сказать, что этих музыкантов готовил член жюри прошлого сезона «Главная сцена» Волтер Афанасьев в Лос-Анджелесе. С легендарным продюсером певцы из России познакомились на оперном телешоу. Тогда они строили сольные карьеры. Волтер Афанасьев первым разглядел потенциал их совместного проекта. Для России они всем понравятся, потому что они такие способные музыканты. Мне кажется, что таких мало артистов. Так что если мало, то всегда шанс выиграть гораздо больше. Ну что, уважаемое жюри? Хорошо, подготовил. Понравилось? Знаете, меня чуть не сдуло. Владимир Кузьмин бы очень удивился, услышав такую трактовку своей песни. Она же парня, она же о любви вообще. Я, если честно, буду ждать второй песни, потому что мне, конечно, бы хотелось чего-то более такого понятного. Чувствуется, что проведена огромная работа, это все сделано, отрепетировано. А вот может быть какой-то такой момент некой импровизации. То, что возникнет вот сию минуту, а то, что не делалось целый месяц там или два. Для нас на самом деле импровизация, что сегодня Александр Яковлевич как член жюри, мы решили подготовить настоящую мужскую песню, которую написал Александр Яковлевич, и почему бы ее не исполнить сейчас. За столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы иней, поднимем, поднимем и скинем с головы. Поднимем, поднимем.
свежий с полей ветер за друга недожившего на дне этих за память, что живет с нами затянем, еще не так мало. Ну так поднимем за удачу на тропе шалой, что ворон, да не по нам каркал. По чарке, по чарке. Молодцы, ребята. Итак, уважаемые члены жюри, теперь точно ваш вердикт. Вторая песня явно, так сказать, была адресована вот нам всем, публике. Больше, чем первая. А поэтому я нажимаю эту кнопку. Спасибо. Да, у вас уже одно есть. Вы настолько классно ее пели, что меня ничего не раздражало. Я слушала слова, мне было кайфово. Классная песня. Ну, давайте так, давайте я не буду тянуть. У нас есть второй, да. Два зеленых. Да, 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 да. Еще шесть зеленых. Мне было хорошо. А, спасибо. Вы в четвертьфинале. Итак. Вы, ребята, в четвертьфинале. Поздравляем. Спасибо большое. Поздравляем, ребята. Спасибо.